Меня зовут Тутта Ларсен. Я от души поздравляю всех слушателей Финам ФМ с наступающим Новым годом. Мне кажется, что самое важное на свете – это мир, спокойствие, душевное равновесие. Ну и, конечно, любовь ко всему, что с вами происходит. К семье, к своей работе, к своей стране, к своим детям и к самим себе. Всего этого я вам желаю в наступающем году. Пусть он будет точно не хуже предыдущего. С Новым годом!